Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте двери от Lamborghini Huracan. Дверь сняли и привезли отдельно, она сделана из алюминия и имеет несколько повреждений. Для примера мне привезли другую дверь. Она в ужасном состоянии. Вопрос зачем? Начинаю ремонт. Для ремонта алюминия мне придется его греть. Итак, первая вмятина. Теперь придется приварить бальцовку, чтобы она при ремонте не разошлась. Для ремонта плоскости разрежу край двери. Разрез завариваю. Теперь остальные вмятины. Ну и, наконец, последняя вмятина.
И на этом ремонт двери закончен. И на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!